где ж ты прячешься? Наверняка где-то здесь. Тебе нужна вода, значит, ты где-то у реки. Надо осмотреться. Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Умница. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато ее труднее разглядеть. Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете! Я тебе говорю, я ее видела! Рассредоточьтесь, ищите! Где-то тут прячется девчонка! Все дома обыщите, чтобы во всех углах поглядели! Поняли меня? Ну так бегом! Что это было? Он здесь! Принесем его в жертву! Ха! Тебе понравится! Взорвем его! Снайпер! Есть. Я тебя найду. Есть. Это я возьму. Давай!
Уходим отсюда! Все закрыто наглухо. Как же она выбирается? Лестница, точно. Давай. Сейчас мы вот так поставим. Ну ладно, где ты прячешься? Ты не пугайся, я тебя не трону. Ты одна? С тобой кто-нибудь есть? Ну, зашибись. Ладно. Это твоя комната? Классно тут у тебя. А это твое? Стойте! Лиза. Это мое! Это за гимнастику. Я бы взяла первое место, но миссис Кинг жульничала. Лиза, ты слышала выстрелы? Здесь опасно. Я была в школе. А мама позвонила и сказала, чтобы я сразу шла домой, что они будут ждать меня здесь, что мы уедем вместе и... Я пришла, а тут записка, что они ушли с какими-то людьми. Я не знала, что делать. Я тут спряталась. Я не знала, что делать. Успокойся, тихо, тихо. Лиза, недалеко отсюда есть лагерь. Ты должна туда со мной пойти. Нет. Там есть люди, которых я знаю. Это, не буду врать, это трудовой лагерь. Чтобы есть, придется работать. Но хоть с голоду не умрешь. Что? Нет, я буду ждать маму. Подожди, здесь. Подожди, это твоя мама? Домой она не пришла. Так? Ну, может быть, она в лагере? Мама? В том лагере? Ждет. Конечно, ждет. Ну, иди за мной. Люди с оружием. Они еще там? Нет, на этот счет не волнуйся. Вы их убили? Их нет. Хорошо. О, нет, куча больных. Иди посмотри. Тут нельзя находиться. Это мне нужно. Нам точно в цель. Нам надо идти. Давай, и задержись со мной.
Ага, мясо. Ладно, садись, надо уезжать. Я даже не знаю. Слушай меня, нам пора. Эй, а как вас зовут? Дикон, меня зовут Дикон. Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ты не очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Был Нап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слушай меня. Те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Да. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу. Поняла? Да, хорошо. Ну ладно уж, Лёрки, приступим. Прикончи, ублюдка, он убил нашего! Да стой ты смирно! Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Давай, садись. Все нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Я задам тебе один вопрос, Лиза. Пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет. Пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные, но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Тишутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд, мой лучший друг. Но он ушел, спрятался вместе с отцом. Спрятался? Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода... Оружие, все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Куда идем? Ну вот, приехали. Рады. Ты только держись рядом. Хорошо.
кто у нас тут? Миссис Такер! О, Господи! Лиза, милая! Не бойся, теперь ты дома. Мама с папой, все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней... Не надо, помягче. Я сама разберусь. Не, послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик.